Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередная распаковочка, и это, я так предполагаю, PH метр. Давайте посмотрим, какой он, что там у нас пришло. Заказывал я для того, чтобы измерять, больше ничего, кислотность в грунте. Вот такой вот pH-метр. Так, успокоим. Вот у нас здесь. Он без батареи, кстати. Здесь вот кислотность pH. Видно, да? Свет. И еще одно значение. Это, наверное, влажность. Влажность грунта, наверное, да. Ну, сейчас он настроен на кислотность. Вот таким вот образом, например, можно измерить кислотность земли и грунта в озоне. Нужно запхнуть этих два щупа в землю, ну и подождать, когда он покажет значение. Вот он уже показывает кислотность в норме, влажность, достаточно влажный, свет, это, наверное, датчик, который свет измеряет. Ну, вот такой вот приборчик pH-метр. Очень полезная штука для огорода, для хозяйства, чтобы знать, какая кислотность грунта, влажность. Очень хорошая штука. Все ссылки оставлю в описании на этот товар. Кому нужно будет, покупайте. Хорошая штука. Ну и также подписываемся на канал, ставим лайки, конечно же. Ну и всем пока.